Кадивюру, бери Чикита, поехали. Давай. Время тратить. Все, я почти уже закончил приготовление. Диана, заходи. Он в комнате загружает. Так, я рыбку поставил, быстренько на сишку отойду. Я бойся. Шмат, ты куда, тренер? Рокс, и так кулаки бафаешь. Все, поставь кулаки или дай доступ, чтобы регулировал я баф. А меня уже в четвертую пать, у них нету этого расового бафа ни у кого. А у тебя какой? Ну, два крита от дворфа, а ты же в первую есть. А, ну давай. Давай я тогда сейчас четвертую. Меня он с Роксрайта можно поменять. Там кастеры были одни. Саш, перекинешь? Я пока не у клавиатуры. Сейчас. Меня в четвертую, Роксрайта в первую, либо этого Дедпича. Присмотрите, наверное. Спасибо. А чтобы сделать ренейм? А, это мне получается надо три раза покупать ренейм. Почему? Двух, ну, двух персов ники местами поменять. Получается, три ренейма надо. Ну да. Ты можешь удалить персонажа, потом поставить его на восстановление. А ник-то все равно будет занят. Нет, не будет. Я удалил персонажа и сделал шамана ник приста. А, нифига. Я тогда это мог сделать, когда новый раз у меня. Когда мог ник поменять сразу. Там первое восстановление бесплатное даже. Не вижу кого, Фейба. Что Фейба? Забей. Идеально тут. То есть вот все нормально с Клоу, только сишка иногда половинка у нее остается внутри. Это нормально. Знаешь, что я делаю? Короче, скрепку берешь и дырочку, блядь, все. Я этим, ну, бантусом, который почистить надо, делаю. Сзади же крышка есть, я вот ее открываю туда вот так резко.
А, так тоже. И губы, блядь, потом в этом никотине нахуй себе. Ну и считай, я так один сделал раз, блядь, выше не хочу. Тихо, извините, подскажите, пожалуйста, как у нас называется новый камень на 15 ко всем? Слеза забвения, что-то там. А он есть уже здесь? Слеза забвения, я могу сделать, если надо, я прям время. У меня в штанах посмотрел. Слеза Гудлика, блядь. Тебя вместо чикабомбо не офнить, пожалуйста, не сказал, что ты рабособан. Да, понял. Дайте шкаф. Сейчас я Фейб, покупаю будешь... все, блин. Ты блин, наверх. Фейб, ты войся? Где ты там? Дайся. Кто-нибудь его видит, войси? Я не вижу. Шкафчик, он в другом шкаф. Канале. Он в другом канале с увеличенным микрофоном и этим. С динамиком, с голосом. Хороший был человек. Земля не пуховик. Да, если будешь так же АФК-шить, как в десятке, я тебя поменяю. А, блин, кубоп сейчас. Но я не реги, я уже купил так. А сколько он стоит? 900 я взял. О, класс. Ну, там сейчас 999. Точнее, 988. Там 100 голды переплатил тоже. Да нет, чувак. Аквакрима идеальный, давайте заходите. Там два ока, они по 450 продаются. Дело крима. Я тут. Давай. Куба, подойди слева. У тебя ассист, а у тебя будет звездочка в зеленую. Ты морячка, я рыба. Рыбочка. Спасибо. Взаимно. Ну что там? Почта стоит, давайте арчек. Еда, фобаф. Рыба есть? А, Войт, ты танчишь зеленую. Тактика у нас здесь такая сейчас. Рыбу кто-то поставил? Там где-то было. Саша забирает красную сначала. Нет. Пусть заберет сначала наглая рожа, потом я перестану, еще, когда у меня появится дебаф. Наглая рожа, ты понял? Здорово, люди, говорю. Здорово. Привет. Привет, привет. Здорово, зайбу. Дон, ты это Расмус, я написал тебе, я буду релогнуться, но я здесь, если надо, я зайду. Хорошо, хорошо. Тенка, чего не хватает? Ну, пить фласты. Пи. Все, готово, сейчас надо запускать. Все, я запускаю. Запускаю. Вой танчит первый. На него на пул. Объясни Войду, что делать. А что ему объяснять? Вот ты знаешь, что тебе делать? Не, ну он не был с этой тактикой, как вы там ретаунт делаете. Не, ретаунт это только я. Смотри, короче, Войд, забираешь ту, которая двигается на червяках именно, а я та, которая стоит на месте. Ну, на когда чуваки появляются. Только и первую я заберу, которая двигается. Наглая рожа. Ты затанчиваешь, которая двигается, идешь вот сюда. Огурцы все возьмите. Повесится дебаф.
я себя перетанчиваю быстро, и ты идешь в рейд. Ну и дамажишь, так естественно. Из вышки выходим. Трайнер сможешь стать? После стопок только. Да. Бля. Альфи даже вернулся. Вставай. Забирай. Жалко всегда бок мне. Ага, все вижу. Ты мне будешь давать бок. Хорошо, рембитер мне дашь просто. Хорошо. По шаману ребов дайте. Верно, поднимите. Отлично. Что забрать? Давай. Бок. Так, я танчу в копаного, да? Да, танчу в копаного. Стоишь сразу добили? Жопой. Вот к этой вот уголочку к стеночке. Слышь. Ого. На голову рожа хватает сейчас. 4, 3, 2, 1. Если есть там, тоже мне еще раз там. Ага. Все, уходи, организован, уходи, уходи. Уходи, уходи. Я сзади заберу. Все супер, вообще четко. Может покатить спокойно дамажить. Сразу размораживаешь людей. Размораживай людей. Сейчас еще там примет. Блять, ГП мне дай. Че, ложимся? Да, ложитесь. А че мне так лагает-то? Мне повисло просто, как они вышли. Ну как-то так. Подожди, ничего. Сань, ты когда змею танчишь, кидай на меня обдилку, а? То постоянно мне ухожу. Хорошо. Это самое. Рожа, ты когда катаешь, пожимай дубовую кожу. Забыл. Блядь, а чё я... Господи, зонт. Сейчас порошочек зайдет. А вместо кого? А общий ДПС какой? Вместо оптикса. 209. Ну, рекламу пишет. Мне еще мало. Мы сейчас дольше убивали, чем обычно. Первого. Дальше. Я сейчас к сурву привыкну, подождите. Ну, мы просто на первом не отдаем жить. Ну да, все бурсы. Да, не надо. Давайте как это, Саш, как в прошлый раз вы делали с ДКшкой. Что ты отводишь, потом ты ловишь дебаф, и ДКшка забирает, все... после задувки. Блин, забирает. Все было идеально. Наглый Рожина написал, что ему разрывается лицо. Да блин, если его там хапал будет. Да нормально, там ничего не разорвется. Там 5 секунд, грубо говоря, подержать и все. Да нет, да, смотри.
в 0,1 секунду 42 куска влетело под дубовое, это было 36, хуй с ним, все равно пизда. А если еще на мне будет этот, блядь, дебаф, то ну, там, блядь, 40 кес даже под дубовое влетит. Блядь, ладно, давай. Это не знаю, я у всех повисло сейчас? Нет. Ну там флаг был. Блин, ладно, я сейчас рестартую комп. Ты с йота раздаешь? Нет, я на нормальном интернете сижу. Да. Я только телефон на йоте. No voice. ШВ, который вешается на рейд, так и называется, глухая оборона, да? Ну что там, Том, ты заходишь? Угу, в игру. Что, изи полторашка получается? Да, фласк отбил, получается. Все, наигрался. Спасибо. Сейчас чуть-чуть меня разлагает после захода. Фейп чуть не хватает. ГП. Сколько было знать? Двадцатку тебе дал за фласку. Который я тебе дал. Ты написал, что у тебя нет бутылки. Я тебе дал бутылку, за нее 20 отдал. Так, я запускаю? Да, в принципе, я разлагал нормально. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться... Заск всего 20 кп стоит? Бля, нормально. На твой кого так, да, бля, потом их перекидывать. Который направится в цитадель ледяной короны. Ствинов реально лутайте. Не, пока, конечно, все равно выгоднее сферки. За 150. Вы более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой беды. Призван кормак пронзающий Виви. Герой. 5, 4, 3, 2, 1. Дядя, лезь на дыща, пожалуйста. Роша, лезнешь Сузу после перефаза. Забираю бок, была там ДК-шка лезь. Так, услышали бы идеально под речу,
наглый, по сути. Так, может, на перефазе лезть? Ну, на перефазе, на перефазе. Че, перехватить? Ща, подожди, ну ты здесь так заберешь. Собирай. Ты уже. Боб. Бэр, забафали быстро дыща и забафали быстро Сузу. Сузу, вставай, алё, блядь. ГП дашь мне потом. Не резнули? Резните еще раз. Наглую рожу там не резнул. Так как, в него нож дали, блядь, и я резнул. Ну, тебя когда я не вижу. Так не БР, обычный рез. Не знаю, рыгев не было, я жду рыгев. Как вы умираете, не понимаю. Ну, так все, давайте падаем. Ну а чё, мы стоим, это, обездвижены, блядь, ничего сделать не можем. Она у нас харкает, блядь, и все. Шаман, Фейп и Рокстрайт как умерли. Ну харту она нас, мы все вместе стояли, нас харту. Не, не давай ГП, Сузи. Сними. Я за то, что они выжили, выжил, умерли. А тебе за то, что ты выжил, потому что он трое умер. А ничего, что меня не прохилили вообще, зато совсем, как и сейчас. Нет, я, ты в ужас дух вообще, а как тебя там прохилили? Я от луж прыгал от одной в другую и умер, потому что меня вообще никто не хилил, секунды три. Сейчас, сейчас я посмотрю по информации смерти. Смотрим. Дри. Понятно, огненная бомба быстро снесла. Сузу. За одну три секунды снесло. Брайан. За три секунды. Что-то, блядь, какой-то урон ненормальный. Скажите, что там вот графику, когда уменьшаешь на самый минимум? Как? Нет, там мимо, я еще раз тебе говорю, не было брызгов дыхания. Если бы повернул в рейд, пизда была бы рейду. Плотность частиц. Только плотность частиц поставить и все, да? Угу. Сейчас попробую. Ну, Суза, все правильно, за 1 секунду здесь снесло просто. Хотя подлетался, смотрю. Ладно, Суза снимаю, там две уже в него кинуло подряд. Давайте, баф приехали. Че? Вот сейчас кислотная плюнула, и меня тоже не хилили, секунды 4. Не, про кислотные тебе вообще позабыл. Не, я просто говорю, что тут прохила не хватает. Че, кто у нас хилил? Обрик, тут... У нас 4 хила или 5? У нас 4. Исполинчика, да? Да. Угу. Я под первый плевок еще помер, неутомимо. А я вот чего вылетел. Я чего умер, смотрите. Вот вылетел. Я говорю, релог. Мы еще не запустили.
Я запускаю. Вой зашел? Да, давай. Угу. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, которые серебряного авангарда, который направится в твои чудовища, не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в боевом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер мировой гряды... Снайвер, сколько хаспотов пьешь с собой? Ой, сейчас мало, я, ну, я трою немного. 3, 2, 1 Сбираю. Бог выйдет. Черепочек сразу. Бог во мне, дай. Бах! Кто-то дает быстрее, чем я. Хорошо. 5, 4, 3, 2, 1 Так, все кислотные должны быть. Афи, поднимись, хватит. Истерию, скинь по кому-нибудь. Так, а мне по кошельку обеззаряжешь. Донт, вот ты где? Я рядом с тобой. Смотрим черепу, заметки. К черепу подошли, кто зеленый. Кубок. Стаунти его Крим убьет. Все, звездочку убьет. Войд, забери, который ходит. Забери, который ходит, блядь, сказал же он изначально. РТД рейндж держим. Т4 дай. Рожа Берг по Карлу. Идеальный Берг по Дэдбичу. Вы уже идите в другую. Просто давай добиваем, РТЗ добиваем, да. Как откатиться, сразу давай. Она рядом появилась. Выведи ее оттуда. А что она стоит на месте? Она забагалась нормально, все, сейчас она выскочит. Понятно. Все, забирай Войд. Войд, забери ее. Я в параличе. Все, понял, я заберу. На пул на меня дали? На Войда отдал.
Савочку, блядь. Слушай, иногда дискорда. Дайте я выведу, блядь, сначала, потом ебошься. Сейчас дуть будет. Нафига, зеленку дай. Шива дал покинуть станцию. Сейчас пропадет лужа, уже стойте так. Там новая придет. БР, знали БР? Нет. Только нет смысла. Пол хп, я уже легко ходит. Бьем. Лев еще не забагался. Не забагался, он потом выйдет. Лови, можешь Лева поймать? Нет, еще Бьерн упал. Да ну хуйня, можете падать. Конечно, херня на минуту, блядь, лазила там возле лужи у вас. Вообще, да. Да, ДДшники, РДД, типа Локи, вы можете не бить сразу, пока вам поставят босса как нужно. Я хочу там... лужу вывести, вы его хуярите, блядь, он, сука, на вас. Ну, слушай, на время все бить надо, блядь. Вы же два танка. Потому что нам нужно дамажить, Саш. Куда, блядь, бить? Окей, я тогда поставлю его туда просто в лужу, будете дамажить лужу. Да причём под... здесь у вас? Вам там два танка, у вас обоих есть танк. Ну ты слушайте дискорд, один танк паралич, как у тебя будет танчик? Скажи мне, пожалуйста. У тебя войд для чего? АВПшки кинул, у него агро, агро выиграл, это твоя все. Проблема. Это то, что агро нет, это не значит, что ДПС надо стопать. Мы не пройдем тогда, нам нужно дамажить. Нам нужно дамажить. Падайте быстрее. Вариантов здесь нету. Падайте быстрее, пожалуйста. Да, да, он тут пока расплюется у нас всех. Лужу слазь. У нас ДПС-то нет, мы агро почти не генерируем. Давайте сейчас, которая из них первая вылазит, это закопанная, ее берешь, Саша, ты на себя. Войд всегда бегает с бегающей. Ну так и делалось, просто Войда плюнуло, он сам заморозился. Кастеры не додумались, блядь, пойти его заморозить, но кинулось, это хуйня. Мне, блядь, все озвучивать надо, наверное. Ну, надо озвучивать, ну, значит, надо, да. Озвучивать, да. А что, Войд без голоса, что ли? Сам не может сказать. Все, запускай. Рыбу покушали, рибов даем, готовность потом принимаем. Я запускаю. Каску помогу. Чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Выйдите от милики, вот подошлись. Стерею по коту. Так, мелизон отправлен там. У нас через мужа. Вот собираю. Вот бог я свяжу.
Отлично, оба добили, никто не умер. Хорош. Сейчас спокойно, давайте это аккуратненько сыграем. 5, 4, 3, 2, 1. Геро, пошли его пить. Ой, ты опять не там стоишь? Нет, Берн сюда сказал. Ну, в голову к нему сказал, стоишь, правильно все. Зачем? Он нас мне лишних откидывает тогда. Нормально. Ну где за хил, ёб твою мать, блядь? Забили быстрее. За 2 секунды можно было бы хил курить. Ой, блядь, падайте. Ты, блядь, не шагом назад еще отдал, что до фука. Может, в 2 ДК потанешь? Давно пора. Тут не в танке дело. Блять, если хилы хилить не будут, нахуй. Танк тебе второй, блядь, ДК не поможет. У тебя 4 хила, а не 5 хилов, блядь, в топинсте. Так, блядь, пусть меня частицу вешает, Пау. В чем проблема? Полным стопом, блядь, хуярит эту свою, блядь, свет небес. Который кастуется, блядь, они сядет, если будет 1-2 секунды доставать. Я бы зашел бы, показал бы, как хилика. У тебя шмота нет на него. Я по мане не сяду, но стопом постоянно хилю. Готов? Ок. Куровка готов? Или Курокава? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда. У меня 2 пружинки есть, что окей, там на первую даю машевые, блядь, на третью даю там шапку назад. Третьей пружинки все, я уже без с КТшки не буду. А по-любому рыгать будут на меня. Ты что, ну, прохиливай там по КД. Твои чудовища не чита героям Альянса Тирион. В тебя здесь 2 раза должны заплевать, потом все у нас это ТКшка кончит. Потом зеленый тоже ебошит нормально. Сильный слизни, когда он сюда стоит. По 10-8 камер дает. Потом просто под пей на этот, на резист. 5, 4, 3, 2, 1. Играю,
снэпов. Ты раскатился, Раник? Да. Вообще четко сейчас, блядь. Ни хп-лочки не, пожалуйста, вообще. А, Войд, по КД из баунта дашь? Буду размораживаться за зону. Войд, из баунт. Ты чё? Пизду, блядь. Проблевался, блядь, уже недавно. Вот у меня такая, у меня тоже такая же фигня была, только в обычке. Вроде отбивался, я его веду, он... Ну так у него сколько там секунд? 8-10 между блевотиной. Потом закопка. Сколько сейчас секунд прошло? Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Там не больше 10 секунд. Хочу в 500. Вайп меньше. Я второй раз руинил, так что... Ну и что? Блин, ДПС, ДПС. Ну, блин, у нас люди падают. Тоже теряем ДПС. А что, что дальше? Надо три танка попробовать. Надо три танка. Я вам, блядь, предложил тактику. Я не знаю, почему дом, блядь, перечит мне надо. Когда я предложил, блядь, кота по дубовой коже забрать и ему очистить руки на флеш. Кот умирает. Он умер у тебя, блядь, сейчас на первой атаке, скажи, когда мы первый атаке умер. Он умер у тебя? Шем, кот написал, что ему больно. Он умер у тебя или нет, еще раз спрашиваю. Зубы кинуть ему просто и все. Там буквально 3 секунды подержать ему и все, пока дебаф не кинется. Это очень быстро. Нетонимая, ты кинешь туда по этому самому, по наглой роже, по команде, это самое, зубы. Зубы, зубы. Чё с Вовбро? Бля, Вовбро, заходи быстрее, запустил босса. Сейчас, висит, бля. Я же написал релок, не читаете? Захожу. Дайте каску. Поздно, 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 блядь. Винсетта? Да, он стоит. Ну всё, я вижу. 5, 4, 3, 2. Сколько зубов висят? Секунд 6, по-моему, да? Я всё ошибаюсь. Свой 8, 8, наверное. Так, правильно, сколько сюда геры там? Полтора минуты, одну немножко стопнут, а это... Мы точно успевать под геру как раз. Рожа, как получишь дебаф, можешь смело идти бить босса. Там вышка небольшая, где-то подлитая. Там подлитая, еще, по-моему, дает.
только начинает заморозка, парень, сразу иди размораживай. Можно бопом. Смотри, я сейчас по-быстрому наберу агро. Ты на дальнем расстоянии затанки его просто. Пока он к тебе бежит, он может тебя это самое. Бьюнуть. Даже без поживок можно обойтись. Грамотно сделать. Ну, брал, побей эту ползучку. 4, 3, 2, 1. Танки. Все, уходи. Уходи, уходи, уходи. Все, иди в коте, сейчас бей босса. Как раз мини-зон разморозь. Вообще супер. Айсбаунд. В РД зону иди. Во, это айсбаунд. Отлично. Все. Вообще чётенько. Так, ДК, лови, которая сейчас будет стоять, я буду ее ловить. Это моя? На пул? Mm-hmm. Я пока не трогал себе все, да? На мечте я сразу держу. Все, ты били так вот двигаться. Ага. А, типа подними Карл. Не надо куда-то вести будет потом, после выхода. Да, там лужа. Просто лужа, назад, назад, да. Просто назад. К стеночке лужа, отходите сейчас в Америке. Лужа, аккуратно. Скинь сразу. Альфи, БР по Карл. РДД, рейндж держим. РДДшники раньше взяли быстрее. Т4 дай. КД, КД. Все, это добили, хорошо. Огонь есть? Ну, просто прохил. Да, Сузу да. Прохил, Сузу прохил. Блять. Сузу, где глыба на? Файршилд, блять. Да. Ёб твою мать. Коба рейс. Майда, разморозьте. Так, ну череп поставил. Беру. На пол мне дали быстро. С подрожи уйдите. Вай, я тебе поставлю, подъебал тебя разморозить. Должен разморозить. РТД также раньше держим. Разморозился? Это лужа, воу, бро. Блядь, где лок у меня? Фейп, фейп. Блядь, может... Стоим, бьем. Бэры, мы встречат. КД, все три. Вышел. На мне дебаф, нормально все. Я тетра дал просто. Войд заберешь дальше. Заберешь босса. Сейчас фридом готовим, босса добивайте. РДД. Рендризера прохил. Нахуй ты туда пошел, я не понимаю. Пал. Фридом хороший, блять. В лужу все улетели. Блять, падаем. Ну сейчас уже более-менее. Да нихуя, я просто в лужу замолвил. Полная хуета. Какая более-менее тут? Лок в лужу просто стоял, умер. Рога, фейп тоже умер. Видели, как я его на таран взял сейчас? А тут не отвели просто, ну неправильно отвели. Я не отвел, потому что я хотел воду разморозить. Вопросы. Понятно, нет, я же про это и говорю, почему просто люди за лужу начинают ныть. Ну вы говорите полную херню, на самом деле вот сейчас со змеями первое, до зарывки вообще. А чего вы лежите? Ребята, не лежим, заходим сразу. Ни на куда не надо. Блин, здесь третий танк нахрен надо. Вот кот сейчас все нормально сделал, там просто я сейчас не озвучил зубы.